Докатились. Муниципальные автобусы могут встать, денег на топливо нет. Позволят ли перевозчикам установить тариф в 37 рублей за билет? Непорядок по закону. Разрешат ли жильцам омских многоэтажек на деньги из фонда капремонта починить мусоропроводы? Больше тысячи из них сейчас в аварийном состоянии. Пух, мех или синтепон? Что надеть этой зимой, чтобы не замерзнуть? Мы проверили разную одежду при помощи тепловизора. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.